Сегодня спорткомплекс «Модун» стал ареной соревнований по пауэрлифтингу среди паралимпийцев. Уже с первых подходов девушки из Уральского федерального округа стали явными фаворитами. Подготовлены мы уже были давно, потому что у нас период тренировочный не перестает, не прекращается с сентября месяца. Великолепно выступила Анастасия Кондрашова из Нижневартовска. С каждым подходом вес штанги увеличивался с математической прогрессией. Плюс 5, потом еще плюс 5, потом снова. И, о чудо, девчонка при собственном весе в 48 килограммов выжила 65 килограммов. Пауэрлифтингом я занимаюсь уже более 5 лет. Ну, самый большой вес, который ты брала? Самый большой 67 килограмм. Какое-то суеверие у тебя есть перед соревнованием? У меня нет каких-то суеверий. Я как бы не верю в это во все. Вообще нет. С подходом как настраиваешь? Я, как бы сказать, просто ухожу в себя. Я стараюсь. Вот просто села и как бы ушла в себя, и все. Интересно, что результат 65 килограммов был зарегистрирован и за землячкой Насти Ириной Голицыной. Но нужно оговориться, что Голицына выступает в весовой категории на 12 килограммов больше, чем у Кондрашовой. У юношей кандидат в мастера спорта Егор Боллингер из Казахстана превзошел себя. Спортсмен, поднимавший ранее максимум 90, установил личный рекорд. Теперь он равен 95 килограммам. Повезло мне, что 95 пожал, когда паровой ездил на соревнования, 95 совсем не стал жать. Это очень тяжело было. Вес это уже очень тяжело. Завтра соревнования паралимпийцев продолжатся по специальной программе.